В Адлерском районе перед Олимпиадой наводили особый лоск. Сюда было обращено внимание гостей со всего мира и встречали их ухоженные улицы и отремонтированные дома. Сегодня главная задача – сохранить Адлер таким же. Правда, спустя год после игр санитарное состояние некоторых улиц идеальным назвать сложно. Мусор и прошлогодняя листва не красят южный город. Сокрушается и жительница улицы Ульянова Ольга Соколова. Ее утро начинается с работы возле собственного дома. Ольга Александровна облагораживает участок рядом с подъездом и сожалеет о том, что занимается этим в одиночку. Очень бы хотела, чтобы люди ценили то, что я делаю, чтобы у нас было красивое украшение около домов. В планах руководства города и расширение прогулочных зон на центральных улицах района, поэтому торговые павильоны, которые стоят на тротуарах и аллеях, ждут серьезные проверки. Есть проблемы с документацией. Магазин пойдет под снос. Подготовьте, пожалуйста, на каждый объект, вот на такие торговые объекты, мне документы, чтобы было понятно. Если это поставлено давно, когда, каким решением суда и бумаги решения суда. Чтобы Адлер оставался таким же привлекательным, как и год назад, во время Олимпийских игр, требуется не так уж много усилий. И их, по мнению мэра города, нужно сосредоточить на том, чтобы поддерживать в районе чистоту. А это задача не только управляющих компаний, но и самих сочинцев. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.